мы начинаем эту серию, которая будет называться... Где? Называться «Римская операция». Все, мы, короче, идем за тачкой, которую в аренду взяли, Басик. И где наша ласточка? Лайба наша где? Огромный автобус, 12-местный. Мишаня, да в любое стекло бей, поехали уже, хорош ходить, ноги болят. Разъебали стекло, утащили все вещи, это хорошо, что документы остались у нас. Кто предложил взять микроавтобус? Ты. Ну, ты, Мишаня, свои первые впечатления от итальянских приключений наших. Первое впечатление? Мы в дерьме, блядь. Это вот мы на неглавном паддоке. Здесь все размечено. Руссия, Белоруссия, Швеция, что-то там дальше, дальше, дальше. И пошли, пошли, поехали. Я думаю, скоро здесь будет много дрифтеров-долбежников. Вот сюда главное ничего не уронить. Ливневку. Все на Мерседесах, все по моде вон понаехали, какие-то ребята. И мне кажется, состязание не каких-то команд гоночных, а у кого какие фуры. Вот тут вот, вот там стоит отряд. И Века каких-то там стоит. Мерседесы. Сейчас думаю, там где-то маны стоят. И так по высоте очень прям четко они этот тоннель сделали, там фура прям. Вот так, наверное, проскакивает. Ну, здесь вот, по крайней мере, в начале точно. А вот для велосипедистов, пешеходистов. Пойдем на главный паддок, сходим, глянем, что там вообще за дела. Дрифтеры, чмошники стоят в неглавном паддоке, остальные все дисциплины в главном. Вот здесь вот, как в Китае, много одинаковых палаток. Сейчас ворвемся дальше, будем смотреть, что здесь еще интересного есть. Так, мы на трассе, ребятки. Нинка в огне, я в дерьме. Это основной падок, не основной падок вон там, там мы стоим и будем перемещаться иногда сюда, здесь вот наши палатки тоже, типа, идет монтаж сейчас. А вот она трасса, ну не вся, разумеется, кусочек, и как мне известно, вот это вот наш будет конфиг. Оттуда сюда, или отсюда туда, или отсюда туда, ну короче, вот это вот место, это конфиг, где будет происходить наша раздолбежка. Зоны вылета, даже... Нина, кстати, приятные новости. Есть стена, которая достаточно близко. Ну, где постановка на далеко и ловушка есть, но стена есть, так что, если хотите шоу, пишите. Вот вы и дома. Манерок красиво, да, смотрится? Чик сразу. Понятно, что за базар. Заходи. Мы идем на до метро, чтобы поехать на церемонию открытия, потому что трансфер для всех команд организован таким образом, что каждый доезжает как хочет. В общем, вот маршрут у нас уже, о, шишка, маршрут у нас уже отлаженный. Едешь на басике, выходишь, идешь, приходишь, садишься и, видите, тут помойки везде. Везде трава подстрижена, шапка, как вчера валяла, так валять. Здесь вот вся территория засранная. Ребибия. Ребибия — это наша. Наша. Ребибия. Так, а мы идем. Идем на открытие. Мимо развалин. Нина он втопила. Торопится, опаздывает на брифинг. Но мне-то на брифинг не надо, я все равно ничего не понимаю, там английский все. Мы, короче, пришли на церемонию, тут какой-то брифинг идет, ничего не слышно. Ну, мне вообще ничего не понятно, потому что по-нерусски максимально. Вот народ стоит, что-то слушает. Наливают водичку, кола, фанта, водичка, газированная, негазированная, лед, сок, апельсиновый, какой-то не по апельсиновый. Ну, короче, я уже накатил сачку, Нагула тоже уже накатил сачку. Тут вот снимают ребята. Короче, прикатили сюда тачанок, поставили трибунки, раз, два,
синяя ковровая дорожка, ну и коляски. Кто куда, кто зачем. China. Ребята тут фотаются. Please everyone, we are expecting. Так, я вырвал табличку. Russia. That's the only word I know. I work in Chicago with Russian people. Что надо? So if you can send them some. В общем, короче, дела такие, ожидаем, скоро начало, все по таймингу, все стоят, кто-то шайбит, кто-то болтает, стоят флаги, получается, по эту сторону в столбиках, там и таблички, получается, сколько, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, и там 15, это 30, и где-то еще были, короче, я думаю, что на стран 40, тире побольше, может, даже есть. Короче, говорят много. Но вскрытие покажет. Ждем официальной информации. Я все прослушал, я ничего не понимаю. И наша сборная начинает это движение. Сейчас заходим в свет, выключаем телефоны. Все, пойдем. Ecco la Russia. They're gonna compete in GT, touring car, drifting, karting slalom, digital motorsport, and Formula 4. In Formula 4, Pavel Belanstev is the current Russian champion. В общем, вроде как все закончилось. Мы прошлись, фоткались. Как прошлись? Перед нами за несколько стран выключили основную подсветку, где люди фотаются. Мы фотались в темноте, там как бы наши темные силуэты. Но это не беда. В общем, в целом, ситуация такая. Приехали на место. Шиномонтаж прямо возле нас. Это очень хорошо, потому что нам не придется не проходить. Отгоняем техничку. Еле-еле с боем заехали сюда. Здесь нельзя заезжать, у вас техничка только там стоит. Миша уже выпивает. Сегодня у нас тренировка, квалификация. Но квалификация начинается с 6, а в 5:30 уже темно-темно. Поэтому я надеюсь, что там подсветка трассы имеется. У нас возник спор, какая крутилка за что отвечает. Какая за отбой, какая за сжатие. Я говорю, что верхний — это сжатие, нижний отбой. Леха Лепеха говорит наоборот. Зажал? Мишане веса не хватает. Хочешь, давай поем прыгнем. Давай, нет. Все, вылазь. Ослабляй до талого, зажимай верхний до талого. Давай, багажник подержу. Во время заезда Мишане в багажник, да? На груз, да? А, я буду прыгать по повороте. Скажи, верхний отбой, нижнее сжатие или наоборот? Верхний отбой, нижнее сжатие или наоборот? Верхний отбой, нижнее сжатие. Всегда так было. Леха говорит, что наоборот. И мы путем прыгания сейчас... На самом деле, все зависит от производителя стойки. А то, блядь, два дрыщата, блядь, стоят, что прыгают. А что, Леха там, погоди, не прыгай. Я не прыгаю. Ослабил? Обе? Сейчас все мягко. Давай, верхний зажимай. Подожди. Ты неправильно смотришь. Чё? Смотрим правильно нижние. Нижние. Сейчас нижние расслаблены, сами попрыгал. Мы должны нижние затянуть, чтобы сами сказал, что-то изменилось или нет. Да это на так смотреть, ну, как она ходит. Ну, в смысле... Да, как ты так промеришь? Давай, прыгай. Что-то ты толстенький. Ну, давай, зажимай. Я ей говорю, что нижний — это сжатие. Только еще прыгай. Прыгай. Жестко стал. Ну а в итоге прожимается так же, ну в смысле, быстро. Ну... Что, она сейчас зажата? Да. Нижнее сжатие, верхнее отбой. А там почему наоборот? Там перевернут. Потому что там стойка, перевертышь. Леха снизу расслабляет сжатие. Миша сверху поджимает отбой. Ты согласен? Значит, стоим мы, белорусы, украинцы,
Но они что-то зачеплены все по максималке. Тут тоже это там, Волга. Латвия натирает. А тут парни бошку сняли, что-то уже ковыряют. Пятнашка. А что за резина такая? Какая-то мутная. Наевшийся здесь на спирта. Чисто по выхлопам наверх. По выхлопам, по выхлопам. Девчонки, группово прям клет на клечке. Аракалят, ох. Девятку думал, когда 98, наверное. Это BMW без фары. Как в темноте они будут ездить, не знаю. Португалия. На пайпах, на квадратных. На фарах, смотрите, на каких. А Федерико натирает уже тихо. Свою же тихо. Какие-то трасса там. Смотрите, какая лютая тема. Раз. И крест сразу нарисован, типа все, крестик. Девятка. О, хром. Хром на чарджере, все нормально. Моторный щит отрезан, GZ не задвинут. В чем прикол, я не понял. На Самсоносе. Интересная какая-то теория. Непонятно. Это вот ребята вообще серьезные здесь. Вот здесь, говорю, вообще ребята серьезные стоят. Сейчас заглянем, что за мотор у них там. Эй! Там, у-у-у. Двичка. Чтобы расширить интейк. Нормально. А вот все, дрифтеры кончились. А сколько было дрифтеров? Надо посчитать. 24. Можно делать топ 24 double elimination. Мы врываемся в место проведения брифинга. Народ рассаживается. Раззасаживается. Короче, мы были на брифинге. Я знаю немецкий, от своей драй. Нина чуть-чуть знает английский. Люба знает английский. Всю молодость погубил до него. Мы ни хера не поняли. Поняли, что есть старт, есть финиш. Дрифтовать только в этой зоне, и есть зона, где можно прогреть резину. Но подожди, мы еще поняли, что ты выезжаешь по дожеру. А, и я на квалификацию выезжаю вторым. Я, потому что девятка, а передо мной восьмерка. Шестерок нет. У нас техком проверяют все, смотрят. Говорят, в машине чисто, это приятно. Есть момент, не есть. Срабатывает выключатель массы. Скажи, мы через 5 минут сделаем. Короче, по нам пока вопросик по тому, что тачка не глохнет. So safety lock, is it? Because I only see this pipe. Does that pipe go over there? Миша. Yep. Yeah? So there's one pointing at his feet. Yeah. It's like silver pipe coming from that side. Yeah. Here. Okay. I believe you now. I won't later. No. Come here. Because it is for his own safety, so I believe you. Wait. I'll make a photo. No. It's fine. No. I said I believe you. I'll go away now. In half an hour, you will have that fixed. That's no problem. It's just the alternator charging. Okay. So take your time. There's no rushing. You know. Very nice car, sir. I like the car. It's nice. Very nice. Техком вы еще не прошли. Леха, можно в футбол. Давай его открутим. Заведи.
away goes Fedorov then, as I say, four times a Russian Drift Series champion, and into the first corner. How's that? Yeah, he's out in the outside zone. As you can see, they've painted a white box there that's nice and clear to see. Yeah. And it looks like he's fulfilling all of it right to the outside. Lovely transitions back across the track. There was the cone for the start of two, but he's got, looks like, two wheels off, and that'll be a zero. It's again, that's a straight and completely offline. I can't see that being anything other than a zero. Okay. If it is anything other than a zero, I'd be surprised, because you couldn't follow that in a chase battle. Sure. It is an unchaseable run. And just about the point, Steve competes as well as judges this, so he knows what he's scored in the first round. So Ilya Fedorov, the four times Russian Drift Series champion, is good to go. Pressure is on. He might be ranked 15th, but it's a notional 15th because he has to score. Yeah, I've got money on this man, so come on. So in we go, flicks in all the way to the outside of the zone, keeps it out, does this outside zone one. Absolutely lovely, probably one of the best in that zone there. Transitions across, can he keep it together for two? He's in two nicely. It's okay, isn't it? He's keeping that together. It's an awful lot better than the first run. Yep. This could be a really good run. Four, a little bit shy on four. Can he make five? Yeah, he's deep in the five. This could be a good score, this couldn't it? Comes out of five near the end. Transitions across, picks up six. I don't think he's going to trouble the lead drivers, but I think it's going to be a good score. Okay, so something, the best is an 86. It's been revealed to us, Russia scores 79. Whoa. That's second. He's up there. Second best and ninth at the moment. Ух, квала, нервишки то были. Почти катала батарейку, забыл выключить камеру, сел, сейчас другую батарейку ставил. Бежим в техничку взять редуктор, поменяем, сделаем пару подлиннее, сейчас 4.36, поставим 4.11, чтобы на третий не долбиться в отсечку. Первая попытка. Тренировки прошли вообще четко. Как бы, в принципе, понял трассу, понял, что куда делать. Мне там спотера мои итальянские, русские. Мне спотеров больше подсказали, что куда ехать. Мишаня все это мне донес по телефону. И как бы в квалу встал. Чики-мони. Постановка, первая дуга. Все как бы четенько. И там получается прямичок такой, перекладка. И там ручей течет. Там ручей течет, форель плывет. Я вроде все как обычно переложился, ручечком затягиваю, в зону влетаю. И уже все отпустил, думаю, сейчас будем рулить открываться. Она раз и зауглил ее, завернула, чуть-чуть вынесла шире. И я как бы понимаю, что это фиаско. Ну, разумеется, как бы нули. То есть в тренингах блистал, а в квали надристал. А, и на вторую уже так по лайтушечке, чтобы не ехать сразу прям, не останавливаясь, прямо на выезде куда-нибудь подальше. Вот, короче говоря, вроде проехали более-менее на вялого. Как бы кубок не забрали. Кубок не забрали, но если бы первая этого косяка не было, вообще хорошо нашла прям. Сучка. Сейчас идем в смешание за редуктором. Я уже, наверное, говорил. Будем менять редуктор. Леха Лепеха уже снимает тот редуктор. Унесем этот. Катались, едем спать. Редуктор поменен. Резину менять, надо, смотри. Где? Да, на козлике встал. Они, кстати, в большинстве такие на козликах. Не придется говорить Ярику, что его папа Матрос и далеко уехал навсегда. Или космонавт, да? Или космонавт. Первый шаг к возвращению домой уже сделан, да? Да. Новый день. Сегодня топ 16, я не знаю, говорил, нет же. Тачка готова, подкинули назад колеса новые. Готовимся. Нас задержали выезд на полчаса. Сейчас полчасика вот я уже переоделся. Все дела сделал, сейчас поедем. Что, Мишаня, расскажи, как обстановка вообще у нас тут происходит? Что происходит? Какие движения? Класс жди ездит. We'll be right back.
Так, у нас, короче, дела такие, тренировка идет. У нас по ходу генератора танцевался, потому что вольтаж 11-10 вольт, этого мало. Давай я буду светить. Сейчас проверю. Ослаб типа? Да. Big distance and it can be an incomplete. So, where it is then? Hungary will lead, so Zoltán Zsámto will go ahead. Any federal for Russia, looking good at that. That's a Will Ryan, definitely one wheel off, possibly two. That'll be down to the judges to have a good look on their cameras. But the Russian man making a little bit of a mistake, transitioning a bit too early, has come well away from zone two. He's kept it together, but it's scrappy. Oh, his hand's giving away points. No, he's just giving it. He's giving the advantage away that he had. And they stayed together perhaps better than on the first run when Hungary was the chaser. There, to the end of the run they go. Ilya Fedorov. There you go. So Russia progresses. And even though he's knocked out of the competition, Zoltán Zsámto says... Not like Marshall. Yeah, right. Away we go. Norway blasts off. Norway will lead, so got the two Nissans together here, and Helgstedt chucks it sideways into the first corner. Yep, in he goes, and Fedorov is going to try and make inroads because he needs to keep the proximity. You've got to make a little bit of an example, if you like. The last battle between these two wasn't that spectacular. It was okay. Both drivers making a mistake. Fedorov making it. Another little mistake there, but he's got some proximity. But now he's going to check himself into the wrong place. He's transitioned too early. It's going to throw him out of sync for five. He's going to come inside of the track there. That transition point, where it's now wet and muddy, it's like drifting a rallycross bird, isn't it? Because that's another thing. You go offline, you go off-road, you bring that back onto that. Will be Fedorov for Russia. He goes through then. So Russia will go to the semi-finals. Reinhardt out, starting blocks. Here comes Fedorov and he makes an inroad. Leaves a little bit of ground. Knows he's got grip in that car. Reinhardt all the way out. Fedorov not as close as Reinhardt was, but he's on a good line. We know this car's got grip. Come on, Fedorov, you need to get up now. Reinhardt making a good lead line here. This is where he has no grip. Fedorov dives in a little bit. Can he get the proximity? Because he needs to get the proximity for making that dive. He's a little bit closer, and this is where his car's very grippy. Reinhardt all the way out in five. Fedorov a little bit on the inside. And then to make the transition back. Again, it's going to be tough for the judges, isn't it? All right, he's good. In the middle, he's bad. Because we're going to go again. Reichert. The Czech Republic driver goes into the final, and that really wasn't... Maybe a 2.2. We're in business. Russia takes on Italy. This will be part one of the third place runoff. Better off to pitch it in. Here comes the sheriff. Bang, into the side of it. Nudges in, but doesn't phase. Oh, yes. I was just about to say it didn't phase Fedorov, but then... Короче, дядя Федя... Что-то попутал берега, там вообще границ не видит. Кулаки нам золотые ломает, дорогодолларовые. Кузов портит. Стальной. Собака серая. Она не серая, она желтая, красная. Ну он сюда колесом принял, наверное, второй раз когда. Второй раз. Чисто, Алёша, блядь, как их ездить вообще-то? Порог помял. Добрый. Хорошо, что тачка не моя. Моя уже вобана. Сука. Отправляем в Красноярск. Ду хаст миш! А, нет, погоди, что другое. Это не то. Наоборот только. No comprende. Это, короче, наши братья, приехавшие поболеть за нас. Да. Из Немеции. Вот, подарили мне Мишу. Плюшева с каменной попкой. А чтобы он сидел удобно. Вот, сидели на трибунах, там мерзли под ветрами, болели. Флаги. А я, видали, ручкой махал? Да, да. Я пацанам, думаю, авторитет. Так, а у нас тут намечается награждение. И Люк первый.
чувак на BMW, не знаю, как зовут, второй. И я третий. Тут что-то явно происходит. Да, нормально. Конкурентик, поздравляю тебя. Конкурентик в смысле по камерам? Да, конечно. Ну у тебя подзрослый уже. Не в баскетболе же. Да, иногда идешь, хоп, и где он вот? Если ты еще проиграл этому петуху итальянскому, я вообще не знаю. Да он что-то переел, походу, он на тренировке меня хотел заторпедить. Сейчас что-то он... Ему так много сегодня поблажек сделали, что я вообще... Ну что, Nissan Сила? Rocket Ваня! Rocket Ваня! It is Илья Федоров, who will step forward with the flag. Илья Федоров there to go for the third step on the podium. And a happy man. Very a happy, happy man. Well, bearing in mind he was in the gravel. The medal goes there, you see, to Ilya Fedorov. Well done, that man. Then from the circuit of Vallelonga, Francesco Cassioli. Well, this event is over. Все здорово, Люба. С шампанским плачет, грустит. Никому не дает. И на улице просто начинается какой-то ливняка. Я вообще промок, ноги пока шел оттуда. Ну, короче, могли стать первыми, но как обычно. Все, я теперь вышел на пенсию. Все, Миша уходит, да. Ну, я думаю, его вернем. Да. Небольшая ситуация. Надо съездить до Парижа. Посетить мероприятие, так сказать, ответственное. Так, в общем, в целом, с камерой единственный здесь, кто ходит, это я. Вот, Мишляйн, гардероб, люди все в черном максимально. И дамы в плачках. И, короче, такая движуха идет у нас непосредственно. Клим вот стоит уже, накидывается шампанским. Вот наши представители Российской Автомобильной Федерации. Кадры. И, короче говоря, движуха такая. На пафосе максимально. Так, а мы наградились за команду, за чёт. За почёт я кубок получил. Сидим, кушаем. Сейчас будет вторая часть награждения. Народ сидит, тусит. Все тут выпивают, заедают. Много каких-то крутых здесь чуваков. Много не очень крутых. Народу валом, все на расслабоне. Все, я, короче говоря, пошел в гостишку, переоденусь в человека обычного, дяди Федора. И, может, пойду прошвырнусь побыстренько. Да, и все, надо собираться уже в обратную дорогу.